Всем добрый день. Меня зовут Татьяна. Я из Санкт-Петербурга. 5 лет подряд я отдыхала на Гоа, но всегда мечтала побывать в Кашмире. И, наконец-то, моя мечта сбылась. Я неделю уже здесь путешествую. Это прекрасное, чистое место. Кашмир – это другая Индия. Прекрасные города – Сиринагар, Пельгам, Гульмарак, Соломарак. Здесь прекрасные добродушные люди, свежий воздух, горные реки, натуральные продукты. Цены очень дешевые. Позавтракать можно на 150 рублей. И все натуральное. Здесь очень свежий воздух, здесь очень красиво. Вечером температура плюс 10, днем до плюс 27, но не душно и дышится очень легко. Я всем просто рекомендую побывать в этом прекрасном, шикарном месте. Кашмир, Индия, горы Гималаи.